так проходит по всей Самарской области. Тишина, ни одного человека. Значит, Вургала, в отставку Путина никто не агитирует, нету никого. Здравствуй, Тольятти, здравствуй, Самарская область. Вот она, администрация Автозаводского района. Сидят там две девушки, блядь, там две девушки. Все. Вот и все. Что требуется знать из Самарской области. Тишина. Свободу Фургалу. Отставку Путину.